кому? Войду, закинь. Танк. Любитель сапог, блядь. Это на вторую ногу. Но он же нага. В натуре как нага сапоги одевает, блин. У него нога. А видишь, у него шипы на хвосте. То есть одни сапоги спиздил. А здесь трэша падает лут какой-нибудь? Да, падает. Да. Ну, нормально падает. Я предполагаю... Не как в Ульдуаре. Тут одна ткань. Да, нормально. Предлагаю... Чуть похоже, чем с босса. Что-то естественно. Не беги на меня. Тут еще миники есть. Типа трэш под мини-боссы по два. Но там надо комнаты чистить. Ты ебало. А, ты имеешь в виду вот эти вот, которые там идут на животных, типа, да? Да. А с них ходят по. Массажеры. Ну там дохуя. Ты ебало. Мы за там уже ходили там. Ну там дохуя чистить. Там нужно всех призраков повыскать. Еще в добавку. Кстати, а мне вчера кто-то спорил, что можно было и не через двери. В смысле? Вчера. Мне вчера какой-то чувак тебе доказывал, что там можно было просто пройти по солдатам маршрутку. Так и этот чувак сейчас онлайн. А-а-а. И вместе с нами. А вот после этого босса пойдем с тобой сходим. Посмотрим, сколько там трэш. Давай. Там три моба, блядь. Два моба по 100 тысяч и призрак, блядь. Войд, это то место, куда ты вчера вот это вот да, завел да. меня, когда в библиотеку? Ну, к погибели, чтобы идти. Ну да, кстати, там было три моба. Три моба, блядь. Которые почему-то сорвались на меня и дали почему-то мне. Ну да. Понятно, блядь. Так, а Войд шел первым. Это какая-то это зеленая магия. Тут по-другому еще пути можно сходить. От этой, от бабы. Там есть туннели. Из-под земли, который идешь там. Ну, типа, вот, как ты поворачиваешь к бабе, и мы стоим спиной к ним убьем. А у меня вопрос, когда этот дракон синий становится черным, и мы его бьем, по нему урон увеличен или что? Не. Просто фаза другая, там не увлеченная. Он вообще не восприимчив, по-моему. Не, восприимчив, восприимчив. Его разве 4% урона режется по нему, когда он черный. Там просто другие касты у него. Бля, снизу совёлся слизень. Как, блять? Может пет? Не, походу лужа. То у меня в предыдущем рейде, кто сегодня тоже доводил. Та же такая хуйня будет. Я думал, там хард пет. Это хуйня. Это, наверное, как и у этого. В склепе. Так же самое. Там есть один этот... Нормально, репу нахерни. А чё, где мне квест сдать, кстати? Я какой-то квест взял. А, это забей. А где кольцо получить? Квест не имеет окончания. Мы вчера пробовали. Там упираешься в то, что тебе гер ППшки нужны. А где колечко? Ну, короче, надо, кстати. Кстати, когда на следующей неделе должны открыть уже РБК. Разве? Они же говорили в конце июля. В конце лета. А, лето, окей. Тогда откроют Гер и Кару, и этот, мне кажется, открывает. Нет, не Гер, Кару, а Магик, Грул и ИГ-25 откроют. Ладно, еще. А теперь для тех, кто в танке, что тут надо делать? Да, теперь вот смотрите, рыба, надо. Вот держите вам рыбу. Тактика примерно простая. РДД стоят в звезде, бегают за звездой. Милики. Я покажу. Не пойду в мили. Чего? Танк стоит здесь, сейчас там босс идет. Если на вас периодически
на рейд будет на рандомных людей кидаться дебаф. У вас будет одно хп. Через некоторое время босс кастует отбрасывание. Если вы... Тут два варианта. Либо вы идете к РДД, либо вы прячетесь вот в этой хуйне. Ну, в то время, когда здесь босс стоит. То есть вы прячетесь типа за стенку и до вас не откинет. Все ясно. Ну, я видел там стримчиков пару. Ну, короче, то же самое, что в оригинальном БК, да? Да. Окей, все. Все, без технологии, все просто. Ну да. Инфернал, если прилетит в миле, тогда отбегайте от мили. Передвините немного. Инфернал, когда приземляются, они через некоторое время, через секунду 3, начинают бить АУЕ. Тикает по... Там, ну, нормально так тикает. Там будет видно радиус, по которому он тикает. Просто остановитесь, чтобы не доставало. Да. Не обязательно убегать в меня. Ну, типа, да. Самое главное, чтобы нормально инферналы падали. Да. У нас под конец тут все засрало, просто стояли, блять. Надеялись, что и не упадет никуда. Почему ж топорик упадет? Че, когда бить будем менять? Да, тут одного можно ДД. И сил не кидать туда. Да? Не сейчас сошел. Ты будешь ДД. Ну да. А Денис сейчас? Ну, он говорит, что идет. Ну, хоть ненадолго. Так, полочку юзну. Сласку мне обидно будет. А я надеюсь, что упадет каска или строли. Каждый надеется. Правда, блять, у нас целых два паладина на мою каску. Ну никому сейчас паладинов не надо, да, там Т4 не заходит же, да? Вообще-то там вроде целый один шаман на каску паладинов. Не-не-не-не-не, паладинам каска нахрен не нужна. Нормально, нормально заходит. Поехали, чё мы стоим? Не сейчас ждем. Заметили он АФК? Это постоянная тенденция. Да не. Он тапки примеряет. Натягивает на змею. Не, ну мне кажется, или те сапоги, которые в льде, немножко лучше. Конечно, лучше. Смотри. Давай мне, если тебе не надо. У меня какаха, без камней. Кому? А чё ты себе крафтовые не сделаешь? Я? У крафтовых нету этой... Этого чего-то там меткости, то ли. Чего у них там нет? Нихуя у них нет. Короче. А, мастерства, во. А, питон ожил. Слушай, так. Все. Питон, ты знаешь, что делает? Не сейчас. Ты знаешь, что делает? Да, знаю. Ну, ставишь его здесь, как сначала. Угу. Чтобы... Напоминаю, мелики вот сюда, если у вас будет дебаф. Следите за хп своим. А если туда метеор... А дебаф появляется, где випка и орда, да? Угу. Да. Какая випка? Да у вас просто один хп будет. А, окей. Еще раз говорю, если туда метеор упадет, в РДД зону будете. Да. Просто... Если в меле зону упадет этот, инфернал передвинешь его. Не, я имел в виду, если в угол. Ладно, я пуляю. Как подойдет? Там припута, главное выпить. Хоть и статичный бой. Вчера здесь уровни, если честно. 3-2. Вы звезду встанете там. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Звезду. Бел.
побежали. Так, убегайте, Мелик. Обычные мелики на кого не вешаются, дебаф, просто перед лицом встаньте спиной к стене, то есть. Секунду. Я бежал. Ты смотришь за мониторами? Ой, за этими, за метеорами, кто считал, что убежал. Мелики, мелики. Понял. Эсси. Все, когда берсы у него, кстати. Берса у него. Нет, берс. Не показываю. Да, мы нормально идем. Ща метеорит. Под ЗС. Не метеорит. Он нормально упали. Что за пожирающее пламя такое ощущение? А узнаем. Это инфернал, когда начинает там ешь. Тут нету берсы, потому что тут, если долго бой затянется, то просто все в инферналах будет. Мы в любом случае вас отвлекнемся. Над за СС дали? Да, СС за. Уходите оттуда. Неприятно так. Велик. Так, а если у РДД один КП, то просто стоим там где-то стоим. Ну да. Там фаза переводится 50%. Чуть всего-то пора медраться, наверное. Ну, он сейчас должен поихастить. Но они не завезли сюда эту тактику. Ну, механику. Велик. У меня тут моментально прилетело, не знаю откуда. Зарез. Каску кулак сразу дайте. И чё, смещаемся. В метку, пожалуйста. О, у меня было такое на пятке. Залезал просто на стену. Кайф. На санвеле было. А эти инферналы, они не пропадают, что ли? Нет. Пропадают. Нет. Нет, не пропадают. Ну там, если очень долго драться, там самые первые 1-2 максимум пропадут. Ну вот, первые два пропадают. А, ну нормально, сейчас вот можем влево передвигаться. Да, у нас ДПС по БДЕ будет. Чем я ходил. Так что они должны успеть. А я тебе еще вчера говорю, давай я в воде на пойду. Убегать, убегать. Знаешь, как это. Ложу. Уходите. Чё у меня, блядь, хейтит-то?
еще один. Ёбаный вот. Как так-то? Вот и пошли прикол. Слишком быстро. Хуяли так. Надо за... Ложу. Отходите назад. РДД. Ты далеко, близко к нам-то не веди, блять. У нас тут места негде стоять. Пизда. Он не будет больше кидать этот метку. Вон, блять, летает. Ты к нам стоять-то негде, алё. Всё уже. Чё зовут? Чё, нам уже так? Но. Еще чуть-чуть. Как в меме The Satisfied. Как у меня говорил знакомый Ело, да? Падал на плечи. Сейчас в нас прилетит и все убирается. Вообще пух. Согласен. И так можно. Живем, мужики. Блять. Я вчетвером, это уже не бой. Слушай, а че он так много этого говна кидает? Потому что мы его долго пьем. Ну как долго? У нас ДПС нормально был. По-моему, просто чересчур много говна всякого было накидано. Заходите в лужу, че вы дрочитесь там. Чё, на мужика не... Зачем? 3 ДПС, блин. Ой, 3 человека. 3,5. 2,5. Ну, смотри, пропали. Полтора. Поехали, блин, дальше, нахуй. Вы будете очень долго месяц-то. Ну, Виталий уже пропали. Два лимона убьём. Лимон ещё кинул куда-то. Он хрен знает куда. Сейчас еще Берут за откасит скоро, через 3 минуты. А за откатится? А вставалку у шамана есть? Нет. А, не вот за, это что, ДК живой? Как казалось, тут два этих, друид живой. Два ДК и хапал. Нормально. Звучит как начало анекдота. Нормально, ладно, я пока курить. Блин, а я не могу пойти курить. Да у нас в таких условиях ДК в соло босса запинал. Пацаны нам Т4 выбивают, нормально. Ой. О, вдвоем нормально. Работа. Да теперь на его нахуй, давайте уже падать. Хапалу проще хилить, да? Вообще. Две цели нахуй, одна частица, одна себя спамишь, ну. Я так говорю. Мне бить-то. В первую неделю Накс закрывал ДК в соло. Последнего босса. А когда мы Геру давали, так, для справки? Да я думаю. Еще 2 минуты КД. Ну, так. А какое КД, ребята, вы о чем? Наверное, ее в конце надо давать, да? Да вы же не сносите ничего. Да падайте там, танк хил, блядь. Так запинают. Тут заплюет он скорее. Там у него 3к ДПС, он, блядь, бить будет. Сколько? Давай на калькуляторе пока посчитаю. Сколько там? 1.5 лям, да? Ну-ка давай на 3к разделим. В секунду, да? Нет, если б я или Войд жил бы кто-нибудь. Да не, уже можешь не считать. Блять, накаркали, сука. Короче, 2000 ДПС, 7500 секунд. Это сколько? Разделить на 60 сейчас? До завтра, короче. Короче, 125 минут, 2 часа, нахуй, ебать. Давайте бить его, самые везучие, я бы сказал. Я бы сказал, остались самые жирные. Ну или те, у кого больше всех мест вместимость сала. Мне мама сказала, я похудел. Пустомать, да? Угу. Мне мама сказала, блядь, я стал совой. Малый пап, взрослый. Стал собой. А что, портал сразу, да? Да. А чего они бежат?
Чего вы лежите-то? Я хуй знает, что они лежат, блядь. Покидайте тела свои. Пацаны, пацаны на кайфе, на чиле. Они думают, ДК бьет еще, блядь. Он же что-то говорил, пойду я пока покурю. А я здесь уже все зашел. А ты кто? Кто-то курил. Ну что-то хуй знает, ДПСы как-то, блядь. В смысле, что тебе в ДПС не устраивает? Ну что, в конце мы что-то подобосрались, блядь. Ну конечно подобосрались, потому что подохли. Потому что начали бегать из-за мессиаидов. Ваш уже девять. Чё вы? Не понимаете, что ли это? Нормально шли вроде. Это точную инфу дайте, со скольки процентов босса он перестает вешать проклятие, которое один хп оставляет? Лапку кидай. По-моему, 50%, если я не ошибаюсь. Нет, босс он еще вроде вешал, он что-то там начал уже... Когда он мечи выкинул что-то там вроде, не? 30%, да? По-моему, да. 30% вроде. Вроде бы. Топоры, не путать. Это инфа сотка, давайте, бля, нормальную инфу. Давайте мы его убьем просто. Фаза 3. На 30, да, походу. Идите по местам. Все готовы, вот. Милики, просто в нычку бегайте. Да и все. А инфернал огнем хреначит? Да. На, я вам потом покажу. Давайте не обострёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Алзер, Бабл. Блин, посмотрел. Будет, есть наш? После Бэлла. В звезду. Тут стоят? Зад бегаешь. Еще отбеги. Блять. Че, на приколе, да? Тридцать метров дальность босса отбрасывания. Милики. Не туда. В другую сторону. Блять. Да, миликом. Пизда мне. Я ебал, блять. К воротам отходите, к воротам со свейдем. Ага. А дебаф ты за свейдишь? Подожди. Похуй. Ну подумаешь, без Бэлла, да. Пускай даст этот по мне. Я не понял, зачем сдавать спулу, когда надо в конце его, блять, сдавать. А можно ебать это, блять! Наоборот, его дают с пула, чтобы быстрее перевести эту всю хуйню. На что перевести? Там потом начинают спамить эти, блять. Он их просто быстрее после 30% призывает. И именно тогда нужно и за хил, и дел, и ДПС. Нихуя не быстрее. Вот это вот, блядь, беготня от этих, блядь, дебафа, это наоборот минус ДПС твой, понимаешь? Чем быстрее ты эту фазу, блядь, пройдешь, тем больше у тебя будет потом ДПС. А чего вы все лежите? Вот в том-то и фишка, что когда ты даешь, когда ты даешь... Когда ты даешь БЛ и бежишь за стенку, ты считай 10 секунд проебываешь ДПС. А в конце, когда он не вешает этот дебаф, который один хп оставляет, он просто кольцо хуярит и все. Кольцо просто откидывает. Окей, давай попробуем по-твоему. Посмотрим, насколько быстро мы убьем. Да кого в конце всегда давали, я не знаю, почему его с пола дают. БЛ. Как можно больше, чтобы снести под проками, блять, пока так все свежие. Так я про это и объясняю, посчитай сколько миликов вон, они просто ДПС теряют весь, а в конце как раз этот ДПС нужен, когда мы в одной куче стоим. Давай этот... попробуем. Он же не вешает один хп, он после 30%, он просто кольцо кидает, встаете спиной к стене. Тем более у меня все равно 2 минуты КД еще. Там все в одну кучу встают спиной к стене, полипал захиливает с частиц этот светом небес. Символ света небес, захиливает людей. Вообще до пизды, я вообще пришел по блядь.
СС нам взял. Давайте не обосрёмся, пацаны. Спасибо. Это будет красивая победа. В метку, пожалуйста. Идите за хп свой. Один хп паузер. За. Тяй прилетел. В нас. Нет, нормально все. Не, нормально. Ну-ну. Тебе сказал, что все закинется. За, бегай. Чем ДК убежал? Вроде фу было, не? Оказывается. Лучше впереди, чем на добде. Кажись. Да, нормально. Позор, бегай в АТ. Ну, ебаш. Прям по метеорит. Я ж показывал вам нычку, блядь. За рейсы. Пауза в АТ, водычку. Еще летит. Кажись, Миля. Убегайте направо, да, ко входу. В арте для зоны, если что, потом бегите. Да. Ну, только не заденьте тут метеор. Пауза, бегает за. Фаза. Так, Вилли летит. За мной. Стоп ДПС, РДД. Сейчас отойдем. Все нормально. Да не надо было так далеко, блять. Куда ты тащишь, ёб твою мать? Я вообще хотел перевести на другую сторону. Ладно, веди туда к стене. А кому еще куда? Мы ждем. О, ждем. Отбегайте, отбегайте. Заебись. Второй раз та же самая хрень. А зачем лок отбегал? Отбегайте за мной. Отходите, отходите. Пау, живу. Через 2 минуты мэр будет. Куда летит? Далеко. Да сука, чё он так? Туда, к нам. Бежите ко мне. А, давайте падать. За лупой это какая-то, блядь. Смотри, он прям здесь. 4 человека. Да тихо, тихо. Когда возле входа упал метеорит,
можно было просто отойти на расстояние и стать между вот этими ауешками. Не нужно было вытаскивать. Там было место. Я переживаю за людей, потому что они, блядь, они на ровном месте, с ним сложно выбежать. А ты тут еще предлагаешь им по узенькому коридору, блядь, выбегать с этими метками. Ну, им придется. И меня тоже откинет, понимаешь? Если я буду там стоять, меня откинет. Я надо, блядь, в стену упираться. А да, в стену-то по-любому танку надо. Не, а там нельзя в той ситуации было упираться, поэтому... Да, да. Да, плюс 2 БРКД, 4 тела лежат, какой бить? Че вы дрочите, блядь? Лишний раз надо. Да, лежало 2 тела до того, как кто-то сказал, падаем. После ну и нахуй это надо. Я же только что на калькуляторе считал, блядь. Чтобы в одно тело добивали 2 часа, нахуй. Да, не было двоих. Ой, ебать, ну. Рыба стоит. В общем, давайте вы просто будете бить, я буду командовать. Все. Никто не командует, а то я замучу вас нахуй. Спасибо. У кого там книги есть, я жду. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Пауза. И така. Все. Короче, изи вернусь. Так, здесь трудач. Тут может единственное, что с метеорами не повезти. Вот и все. Да, так, ну да, да. Зависит от удачи. Отбегать. Золотые. Отбегать. Пауза. Пауза, ДК. Все.
Алтос уже, да? Опять, опять меня сложило. Ты не по-моему, чувак, парихаста, что ли? Смотри, Воги. Отходите. Двери ближе. Так, смерть. ДК, отходи. Все. Кольцо тьмы показывает, меня убило. Каким образом, не поймешь. Значит, постоянно стоять, ловить его нельзя. Вставай. Стою. Стою, надо чуть-чуть. Что по дереве, кстати? Подожди. Есть, уходите оттуда. Отошел. За мной, звезда. Ждите. Все. Может, время Геры? 30 нет. На 30. Все было. Сдвигать. Ебать. Не заметил. Смотрите, если сейчас откинет, у вас прям метеор кинет. Точно, достаточно. Дверь идет. К стене лучше прижмите. Спиной к стене, те, кто умели. Ну, когда он кастить будет. Он не кливает, вроде, если что. Ну, там дело в парихасте. Где найти? Он в мели, кажется. Да, в мели, уходите оттуда. За мной, за мной, за мной, за мной. На, нахуй. Ебать, что это? Пиздец, как до него дошло. Лунара не умри только. А, все пизда. 300к. 300 тысяч. Не. Сука, блять, вот вся платформа, блять, свободна. Нет, надо нахуй нас кидать, уебок. Вести не надо было, вести не надо было туда. Можно ебать это, блять. Просто сука, весь каражан обкидать может. ДК повел в этот... ну, кто он, в метеор, блять, сильно побежал назад и сдох там в метеоре. Просто разбежались, надо было бить его до упора там и все. Как я не умер. Все остальные сдохли просто. Ты увел его от РДД. Я сказал уходить оттуда, потому что туда летел прямо в них метеор. Да и похуй, его захилили бы. А мы зачем? Ну, как сказать? Вообще похую, в нас-то в РДД он не был, мы бы эти 300 тысяч добили, ну, спокойно. Да. Просто да, босса заметил, от нас убили. Что мы стояли, блядь, между двумя этими. Пускай горлышко. Я заметил, что я стоял, и там вот где я стоял, там не было никакого метеора. И я просто стоял и не доставал до босса. И 200 тысяч мы не добили. И ты просто побежал и сдох в метеоре. Надо было просто остаться сейчас на месте. В милике бы сдохли, и мы бы 200 тысяч эти добили спокойно. Брат, мне сказали вести, я повел. Просто в рассыпную... Ну, блядь, я говорю, я секунд 10 стоял. Если бы все РДД на месте остались, мы просто их добили. Да, я тоже тупо не доставал. Я собирался об этом сказать, потом начал искать, даже забежать, блядь, чтобы атаковать.
Ну все, блядь. На кольце уже не умираем. Геру в конце даем, блядь, сейчас убьем. Нихуя, внутри. Я уже вам даже это понял. Ер, да? Ем. А. СС только у... Ой, БР только у ДЗА. По-моему, СС может взять и съесть. Лок. Лок СС, кинь. Да, зачем, блядь, пуляешь? Без команды. Готово. Он тут чек дал. Ну я же не сказал пулять. Это чек на готовом. Ну вы даете. Блять, а сейчас уже, ночью. Все уже просто заебались. Сейчас ночью, все хотят побыстрее добить и пиздец. Проблема в том, что мы его убиваем. Пауза, просто. Уходи. Из-за какой-то хуйни, блядь, убивает. Все. Вот я сейчас не удивлюсь, если в нас прилетит. Так, давайте без... О, блядь, да что же это значит? Сергей, я думаю, ты можешь под зал лучше кидать. Не может, кидать. Кидать, наоборот, не, не надо. Не кидать, не надо. 1%. А, такая вата уходить. А, ну да. Так вот, почему, наверное, я и умирал, блядь. Я говорил же. Я же говорил, не кидать, блядь. Ну чё, блядь. Скорее всего, после этого и хуйни надо кидать. И когда... 20 секунд, короче, считаю и снимаю. Сразу после вот этого дебафа. Кидать надо. Ну сейчас пока он мне пускай не кидает. Пауза, выходи. Блять, как в прошлый раз кидает. Хейтер. Хуёво, что на этого босса добьём вообще никого не пишет. У меня тоже. Я ориентируюсь визуально. Паузер. За. А ХП автоматически восстанавливается, да? Да. Блять, ну надо. Надо сдвинуться. Мне это настолько автоматически, что я вижу уже куда бежать, блядь. А нас не ёбнет? Ёбнет. 30 надо ярда. Можно потом под сокрой на ту сторону перебежать. Там место есть между этими левыми. Просто это. Кажись, у нас летит, блять. Курва. Бегаем. Или зона. Под воде. Между двумя лемами. Угу. Угарно. Ебать, он пиздец. Мастер бросать, блять. Между двух лемов встать. Я здесь хуй стать. Да, нужно, давай. Вот так. Ну это пиздец какой-то. А чё вайп? Ну вот я вот ты меня не дамажил. Сейчас метка кинется, а вы куда бежать будете? Да туда же, в принципе, вот здесь. Вас закрыло, понимаешь? Ну да. Ебучий рандом, блядь. Нахуй такого босса делать, где, блядь, 90% всё от рандома зависит. Чтоб ты донатил Т4. Кстати, тут грязь можно занекаться. Так можно кару не открывать, а в магазин просто Т4 добавить и все. Сырлы. Ну некоторые же мазохисты есть, типа нас. Народ, кстати, в милишнику можно за двери ныкаться. Тоже не сносит. Кто там выжил? Ползер. А ты БЛ хочешь получать, не? Так он бы БЛ же не давали. Так БЛ же не давали. Окей. Забыл.
Надо как-то заранее сообразить, когда вот два метеора кинулись, и между ними есть просвет. И типа они стоят в меньшей части площади комнаты, типа сразу, чтобы он перевел, чтобы третий метеор не кинулся и не запер их, как сейчас было. Это, блядь, заранее надо это посмотреть. Ну я же не увижу, куда он, блядь, летит. А метеор на цель кидается или... Нет. Просто рандомно место, да? Просто вообще тупо куда входит. У нас были траи, когда он вообще ни разу в рейд не падал. Просто стояли, афукабили. Что мы делаем? Хуярим. Траем, пока мы метеоры нормально не упадут. Все готовы. Иди на место. Питон. Какой нахуй питон? Питон. Паузы. АТ. Да. Ну, вот. Хорош! Че его-то сложило? 30 я. 30. АВТ пауза за. Т и такой, такой. Пауза вот за. К этот походу я там будет. Охуенно падает. Пауза. ДК. За. Но если с этим не убьем. То будет плакать. Можно. Еще бы один туда на дальний. Да, он может насирать так вечно. Паузер за АТ. Твою молитву услышал. Охуенно. В Бога, что ли, верить начал? Я перекрестился уже 5 раз, блядь. Поверь в код. Вот милики немножко дамажить могут. А ты?
О, пропал, да? Я не слежу. Я пропавший. Пропал, пропал. Да, один пропал. Перед нами который был. Если что, туда поведу. Ой, хуёво летит, хуёво летит. А, не нормально, нет. Отходи туда, куда ты ходил. Блять. Да ёбаный по голове нахуй. Веди к нам поближе просто. Может отведёшь? А... Может резнуть? А может вы лучше хила, хила бы эрнули, а не ДК? Нам поближе. К нам поближе. Отдал руки в ДК. Короче, не достаём, нормально. Охуенно, блядь, у нас хилит, всё, всё, у нас всё, можно падать. Что, у нас хила нету. Ну а чё за ебанутая идея, шаман хилит, блядь? Ну так а мне... кто? Кому ещё остается? А, блядь, а нельзя было резнуть, что пало, блядь? Ну так вот, кто резнул, тому и припомнил. Зачем вы резаете без команды, ну? Я хуй его знаю, блядь, шаман хилит, ебать, шаман да. Хилит, блядь, не достаёт. Как ты еще не напиздел потом, блядь, бля, шаман, почему ты не хилишь, ебаный? Сука, шаман. Можно либать, это, блядь, шаман, за тебя, блядь, 5 раз вайпаемся, ебаный. Вообще пиздец, блядь. Предлагаю расстрелять шамана, блядь. А че по ХПС уж шаман на 6-м месте, че за хуйня? Че хуйня какая-то, блядь, ДПСит вместо за то, чтоб хилить, блядь. А, все было заебись, сейчас он нормально, блядь, покорится нам этот пидор, давайте, блядь. Так, как там лопату кидать было, блядь? Лопату кидаем. В шамана, блядь. Че за хуйня? Кинуть лопату, блядь. Кинуть лопату. У нас последний трай. И будет 9 человек. Народ, киньте в него раскали, я вас прошу. А чё ШМ не написал? А зачем я ФДК ШМ? Давайте, бля, победный трай, БРов нету нахуй. Шаман с пула падает нахуй. Это кто сказал? По местам, давайте. Я свое место знаю. Танк. А, вижу. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Пометку. Вот и пауза, да. Да ну нахуй в нас. Ну, почти, блядь. Да, мне уже заебал этот хуй с письмами, как он вертит. Блять, не вздумайте в РДД побежать. Пауза, ДК. Эдза. Канза. А, вот я дебил, блядь. Я думаю, где мой ДПС? Блядь, я конченый, блядь.
3к даешь нормально, что тебе надо. У меня пушка сломанная. Это кто? ТК. Вот и пауза. Че, у меня вроде еще есть пушка одна. Поставьте хламбот. Да, кстати, да. Если есть, то вообще было бы шикарно. К мелизоне ближе. Сейчас портнадо подойду, если есть. Ага, блять. Видик дай. Да уёбок просто. Рот ебал. И чё делать? Две иди. Пиздец. Босса к двери. Ну, за минус один уже. Так, в нычку просто прыгайте. Нахуй вы там, блядь, столпились? Это вас трое. Ну это уёбок, а не человек просто. Кто уходит? Танк. Дайте по мне каску и МП5, пожалуйста. Шаман. Ну да, еще давай дверь, проход закрой. Залу поебаная, блин. Че, просто закрыл нас и все, нормально. Просто уёба. Да все нормально, вы на самом деле хреново бегаете. Просто в нычку забежать, он там не ходит, и все. Ну, паники не из-за чего. Одиночка. Блять. А зачем ты отбегал? Она ж отсюда не достает. Бля, это паника, потому что. This is fine, блять. А, да? А, ну все. До свидания. Блять. Там давай еще один трай, но видишь, блять, просто не фарт, блять. Че, еще или че, или все? Там, давай еще. Не, парни, надо. А давайте еще один трай, блин. Вы так спать 4 часа. Алло. Я вот вот. А можно ли бать это, блядь? Не игра, это просто последний. Очко оставишь? Нет. Очко я точно стою. Короче, я стою. Очко за Виталия Ключко. А ты его видел? Вживую. Все, парни, давайте до сегодня. Ключко или кого? Ключко, да. Чем расходимся? Очко. Блин, я этого чувака вживую видел. А вот ты давай потанешь. Давай, да, только дайте мне починиться кто-нибудь, где починиться. А это... Блять, как ты его? Предпоследний босс, кто вам били. А что, мы в 9 РЛ будем бить? Да. Да добери какого-нибудь рандомного тела. Обсерватория, тут рядом есть починка. Так. Прыгать. Похильте кто-нибудь. Похильте меня, пожалуйста. Меня это... Вон, я прыгаю. Подарю. Сука. Что, ржете? Не успел кинуть. ДК скутка бынился. Там колосса наркотиком и прыгнул с крыши. Угу. Бедный ДК. Только куртка бын застрелился. Что? Говорит, только Курт Кобейн застрелился. А чё, можно ещё раз шахматы пройти, что ли? Не. Не надо. Кому нужны шахматы? Не, не надо это. Странно и говорить можно. З. Потом проверим после босса. На что, кто-то хочет в шахматы ещё поиграть? Не, ну мало ли, если можно, ещё будет потом. А давайте в нормальные шахматы поставим. А на последний этаж дайте самый. Самый-самый верх. Да. Да. Тоже последний трай, короче, у меня в 5 утра. Около 5 утра. Увой, это, да. Вы после... Ну или завтра заполните там утром, когда будет время.
Я в пятницу только утром приду после суток. Так. Понятно. Так уже... А, четверг? Но... Вашу мать. В пятницу я уезжаю. Надо будет помочь на даче. У тебя есть дача? Чё, ты тогда не будешь? Две. Нахрена тебе две дачи? Ну, чтоб не покупать с магаза. У меня три. А у меня четыре огорода, ну похрен. Ты-то спрашиваешь. Кикни его, чтобы он не мешал этому вуду. Ну чё, блядь, вайпались специально, чтобы он Т4 не залутал. Сейчас, блядь, как захуярим его, блядь. Да это сволочь спиздила мне сапоги. Опять на сапоги началось. Нужно больше сапогов. Попробуй это, попробую в ЛПГ написать, может реально какой-нибудь один. Ты просто запомнил, чувак полутал сапоги на танка, но не танковал последних боссов. Да бери, ДД скажи сапоги анрол. Неважно какие. Даже если не падает сапогов, да? Даже если не падает. Скажи, на следующее КД будет анрол. Скажите, когда пулять. Блять. Ты смотри, мутирок. Плох тебе в руки. Сумон поставь. Не, какой рога, ты чё? Он мутирок. Кто написал, кто это вы взял. Похуй, напиши ему, что шлем он не рулит. Охуеть, два половина. Это поговорка есть про тапки. Кто успел, того и тапки. Нет, тогда тапки ему отдали под братья душевные и сказали танкуй. Он не танковал. Ну, может шкаф поставим, да? Лук, поставишь шкаф? Давай на улице поставим, чтобы он не мешал. Подожди, стой, давай. А вдруг он забагается и будет в шкаф кидать только метеоры? Так будет хорошо. Он, походу, без проходки. Ебать. Нельзя применить к этой цели. Сука, пидоры, солчата, ебаные, блядь. Давайте уже, блядь, вайпнемся и разойдемся, нахуй. Ладно, да, бы там Солгалона просили бы проходку, а тут только хранителя. Он без проходки. Блядь, я в ахуе, 220-й челик, блядь, хранителю 25-ки не захуярю. Да он пвпшный по-любому, нахуй. У него в ДС-ник шпион. Он просто немножечко обрезанный в одном месте. И вот его не пустили к Фрей. Ладно. То мы, блядь, засидимся ждать этого и скачать. На готовность. Почему кик, блядь? Пошел нахуй ему напиши, пидор. Дайте мне его ник, сейчас я его напишу, блядь. Шабри... Рил. Сейчас, блядь. Рил кидала, получается. Ну как сказать, у него пропуска нет. Чего этот кидать-то был? Короче, надо было? Надо было сделать ему пропуск. Пошлите, сделаем. Может, минет ему еще сделать, блядь. А может его послать к радикальным людям на фарш и мясо? Че, может, погнали, давайте уже. Ну и друга. Вон в гильдии рога пишет. Не, я его не возьму. Он ОС. Лифри? Он что? К стенке встань туда, он. Только не в нычку, пожалуйста. Не, ну, давайте сейчас бить будем. Это надо еще умудриться затянуть такого не до человека. Давайте не обострёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Нормально? Да, нормально. Нормально. Я надеюсь, этот пидор с хуярным, блядь, сдохнет сейчас, блядь. Пши, Камару, второй еще рок написал, блядь. Опять на С. Ну, блин, таким макаронам еще Саски, Наруто и полный набор. А, у всех рок анимешные ни. Это о чем-то говорит. Вообще ни о чем. Я видел чувака с ником Керриган.
Это случайно не паладин сказал только что? Керриган? Паладин? Рога. А, не, я, у меня у кореша ник Керриган, но он паладин. А, я видел чувака с ником, завалите ебало, давайте бить босс. Нихуя, нормальный тип. Пауза такая. Я убежал. Там, если что, скажите, когда метеор будет падать, если мили зона. А он далеко упал уже. А так ты сейчас где, чел? Летит рядом, ну нормально. Паузер на ка. Да. Пауза. Я. Чувствуется, что одного ДД нет, дольше намного бьем. Сдвиньтесь немного. Ну это пидор, а не человек. Я что ли? Нет, вот этот, который с 20 лямами хп. Хуями на лбу попали. За. Но он в принципе не человек, однако древний. Не, это не Дейнеи. Это Дейнеи от них произошли. Эридары. Кажись, в нас летит. Ну тогда. Да. Да ёб вашу ж мать. Спасибо, папаша. Поближе к нам давай. Ух ты, ёб твою мать, ну не настолько же. Я живый. Ну слезай ты, блядь. Ну-ка. Там нормально достается? От обилки, если шо. Да, нормально. А-а-а. Надо съёбывать отсюда, ребята. Китай за ресом. Ну серьезно. На нахуй. ГГ, блять. Все, ближе к нам. Там между двух можно пойти. Видите? Можете, если хотите. Эй, ты чего, ты к нам-то не веди? Нам отбегать-то надо. Извините уж, пожалуйста, я не сказал провести. О. Хапал вдох. Айси. Войт. Кого? Пава. Хули Пава. Ага, блять. Это пизда. О, спасибо, папаша. Нормально, еще можно стоять. Ты что, ты хочешь сказать, что мы вот так вот будем 10 лямов пинать? В таком закуточке? Там бы вот этот вот пропал один. Все, спад. Давай еще раз. Байник. Давай еще раз. Нахуй надо 9 тел, блядь, жопу рвать, нахуй. Блядь. Ну я хоть посмотрел на этот еблыч. Чё вообще тут происходит? Ну ёбаный рот. Не знаю, ребята, я, так как я с гильдии ушёл, возможно, кто-то меня ещё в статик позовёт какой-то. Если буду уходить с статика, тоже напишу. Если какую-то другую десятку найду на сову. Я же ещё по ИСОМ хожу. Так что, если надо будет, напишу. Будем бить? Я 10-го набил.
Да не, мне на работу через час собираться. А давай один раз. Last try. А, ну хотя чувак КДС повесит.